Стремление к красивому поступку обернулось уголовным делом для 22-летнего казанца. Молодой человек ограбил цветочный павильон на улице Даурская. По данным полицейских, он зашел в заведение поздно ночью и, схватив плюшевого медведя, спокойно ушел. Парень был задержан по горячим следам и уже позднее объяснил, что пошел на такой шаг ради любимой девушки. Что теперь ему грозит, расскажет Вероника Гайнутдинова. Ему хватило всего 10 секунд, чтобы зайти в цветочный павильон, взять плюшевого медведя с витрины и спокойно выйти на улицу. Даже отчаянная попытка девушки-кассира остановить неизвестного грабителя не увенчалась успехом. Он скрылся во дворах. Особых примет сотрудница заведения запомнить не могла. Парень зашел в маске, перчатках и в капюшоне. Впрочем, полицейским хватило и этой информации. Ориентируясь на полученную информацию, сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и по горячим следам задержали подозреваемого. Задержанным оказался 22-летний житель Казани. На допросе он пояснил, что пошел на преступление в порыве любви. Украл мягкую игрушку, чтобы подарить своей девушке. Но радость была недолгой. Плюшевого медведя изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по части 1 этой статьи до 4 лет лишения свободы.